Всем привет! Сегодня снимаю уже вживую тест-драйв мотовелосипеда, того переходничка, что я делал, показывал, как это собирается в другом видео. Мотор ставится такой, как от мотокосы или любой другой. Здесь тяговый и, я бы сказал, низкооборотистый китайский мотор, такой, который на кусторезы, да, он хорош, там кусты ломать, но обороты в нем в целом низкие. Посмотрим, какая будет максималка, как оно вообще будет ездить, потому что много в этой системе зависит, конечно, от того, какой мотор. Вот. Переходник то один, а движком можно наставить разный. В данном случае китайский не высокооборотистый мотор. В общем, пробуем. Что там говорить, пробуем. Гонял, что одно сразу могу сказать, я то сейчас еще нацеплю и посмотрите уже спереди, как выглядит время движения. Максималка 40 км в час при этом колесе и этом движке. В целом я бы один сразу совет сказал, вот так как по ощущениям, лучше брать оборотистый движок. Не суть, чтобы он там был там 56 или 80 кубиков, хотя если вам там действительно экстремальные условия, нужно по горам, ну туда берите 80 кубиков, конечно. Но в целом берите простые мотокосовые движки, но чтобы лучше из более оборотистых. Так, потому что китайцы часто отличаются низкими оборотами. Для мотокосы это может не критично, вот, а вот в этом штуке динамика будет ощущаться намного лучше. Ну, а в целом так, штука для села, знаете, вполне себе дешевый, хороший вариант. Сесть так, это не нужно тебе переделывать. Не нужно покупать целый скутер, так, это намного дешевле получится, если где-то там себе по селам поездить, даже и далеко поездить, да, но не думаю, что по городу это будет комфортно, вот так жужжать людям в уши. Но тут уж кто как хочет. А так вообще интересная вещь и вполне себе дешевый вариант сделать вот такой переходник, при этом получить не бэушный какой-то скутер или мопед, так, за ту же цену, а новую себе вещь. Только подбирайте более оборотистые вещи. Так, ну а сейчас я нацеплю сюда и немножко посмотрите в динамике, как оно спереди выглядит. Или может возьму в одну руку, попытаюсь так. Ну уже посмотрите динамику езды.
моя семейка. Люда и Юлианка. Вот такая интересная штука. Кому именно интересна такая вещь, так? Естественно, что предвижу споры, как обычно начнется там, да, да зачем это, лучше мопед или там мотовелосипед, лучше там доложи, купи себе электро. Так у меня электро, так у меня вот здесь электро. Он, кстати, из-за этого чуть тяжелее, чем на легоньком велосипеде я бы пробовал. Может, на легоньком было бы быстрее. 26-е колесо еще играет роль, ну и движок. Так вот, предвижу споры, но я не вижу смысла спорить, каждому свое, так, мне, например, электровелосипед даже нужнее, чем машина, некоторые говорят, лучше бы машину бы уж купил. Это все бесконечные споры, я говорю о том, кому интересна вот именно такая переделка, так, то берите более оборотистые движки, так, выбирайте, хотя и на таких ездит 40 км, но динамика будет ощущаться лучше. И вот такая вещь интересная. Как он ездил, вы посмотрели. Всем успехов!